Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблитта. Сегодня у нас интересный гость. Это подсумок медицинский от известного производителя тактического снаряжения 5.11. Давайте познакомимся с ним поближе. Изделие представляет из себя такой вот квадратный подсумок, изготовленный из кордура тысячной плотности, молнии UKK, фурнитуры Duraflex, ленты ременной полиамидной и кнопок. Также в структуре изделия присутствует сетка, из которой сделаны внутренние карманы. Вот вы видите, как выглядит подсумок заполненный. Это удобно, он имеет два отделения с карманами на молнии, в один из которых можно, допустим, положить таблетированные препараты, в другой перевязочный материал. Доступ к ним удобный, так как Г-образный. Видите, вход в карман позволяет широкий в него доступ. Закрывается аптечка на молнии с двумя бегунками. Это удобно, когда подсумок закреплен у вас на снаряжении, чтобы получить к нему доступ с левой и правой руки. Крепление. Это фирменное крепление от 5.11 Slick Stick. Представляет из себя такие вот плотные полоски из ременных лент, в которые вшит пластик, закрывается на кнопки. И благодаря своей конструкции вы можете быстро отстегнуть или пристегнуть подсумок. Данное крепление полностью интегрируется с креплениями типа Molly Pulse и позволяют также цеплять подсумок на стандартный ремень, пропустив крепление подобным образом. Это очень удобно, и вы можете носить свою аптечку не только на разгрузочном жилете или транспортном поясе, но и на брючном ремне. Сняв ее, тем самым пользуясь вещью тогда, когда она вам нужна. В целом, подсумок подшит качественно, материалы современные, что характерно для изделий данного бренда. Более детально с продукцией 5.11 и с этим подсумком я познакомлю вас у себя в обзоре на блоге. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день там новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами, и всего вам доброго. До новых встреч!